Цирку Шапито не очередь за билетами, а вереница сочувствующих. Жители Тольятти, узнав о бедственном положении приезжих артистов, один за другим несут необходимое для жизни людей и животных. Елена Зотова с Вовой пришли помочь собакам, выступлением которых восхищались несколько дней назад. Я не знаю, в какую сумму обошлось. Я просто приехала в магазин, купила как бы то, что посчитал нужным, крупу, мясо, ну, с костями для собачек, чтобы можно было сварить им вкусную кашу, чтобы они поели. По словам руководителя труппы, собранной в разных городах, их уговорил приехать в Тольятти коллега по работе в самарском цирке Александр Авраменко. Но ни одного из обещаний не сдержал. Первый банковский день, как только банки заработают, первый банковский день, значит, вы получите свои деньги. Ну, значит, 12 числа, как всегда в ожидании, знаете, когда человеку веришь, не подумаешь, что он в эти самые. Начали ждать, ну, 12-го не получилось, 13-го не получилось, он ссылался на то, что ему должны деньги. Значит, это 485 тысяч должны были артистам отдать. Там сколько-то там, 150 и сколько тысяч на корма животных, понимаете? И обслуживающий персонал, который с нами. В общем, вся сумма вместе с отправкой, где-то получалось около 1 200 000. Сегодня Авраменко для комментариев недоступен. Он владеет шатром и организует гастроли. Всего дано 11 представлений. Выступать приходилось в холоде. Сейчас купол шатра вообще покрыт инеем. На улице минус 20, в шатре примерно столько же тепловая пушка есть, и она работает. Но солярка, которую предоставили организаторы гастроли, оказалась некачественной и помещение не прогревало. Сегодня она вообще замерзла в бочках. К счастью, местные власти успели подвести 1,5 тонны необходимого топлива, и в вольерах стало тепло. Из областной столицы по команде руководства регионального Минкульта срочно прибыл десант специалистов, чтобы оказать необходимую помощь. Что касается животных, я не сомневался, что те сотрудники, которые за ним ухаживают, они сами не будут есть, а их будут кормить животные в прекрасном состоянии. Если какая-то помощь ветеринарная или то иная помощь, мы сразу среагируем немедленно в течение 2 часов на расстоянии езды от Самары до Тольятти. Артистов вместе с теплолюбивыми животными разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. А тольяттинцы собрали для бродящих артистов уже 95 тысяч рублей.